что, уже пора вставать? Неужели уже утро? Как будто бы только легла в постель. Да выключись уже, выключись! Какой все-таки противный будильник. С утра просто невозможно его слушать. Майкл, просыпайся! Просыпайся, надо девочек сегодня вести. Они же в лагерь едут. Просыпайся, Майкл! Элизабет, еще немножко, пожалуйста. Майкл, ну давай, мне одно тяжело вставать. Я люблю, когда ты со мной вместе встаешь. Где-то мои тапочки. У меня ноги замерзли. Вот что значит, осень пришла, холодно стало. Так, мои любимые тапочки. Майкл, ну подъем. Ну, Элизабет, ну не дашь мне поспать. Любимая, конечно, понимаю, что ты хочешь поспать, но сегодня наши дочки едут в лагерь. Что, дорогая, реально сегодня? Да, да, сегодня. Так что давай, обувайся. Ну хорошо. Я хочу еще малышей разбудить, чтобы им рассказать, что их старшие сестренки уехали в лагерь. А то представляешь, они проснутся, а их нет. Они все-таки на две недели уезжают. Будут спрашивать, а может быть даже и плакать. Ну да, дорогая, я думаю, что нужно их разбудить, конечно. Ну тогда, любимый, ты иди старшеньких буди, а я маленькими займусь, хорошо? Хорошо, моя дорогая, давай. Ой, вы мои хорошенькие, таких спят тепленькие под одеялками. Даже не хочется их оттуда доставать. Но нужно, нужно, чтобы они проводили Алису и Алину в лагерь. Подъем, просыпайтесь, малыши, мы просыпайтесь, вставайте. Давай, давай, Арнольдик, ежик он уже проснулся. Тебя будет, щекотит А, ежик, ежик. Ну вот, молодец, проснулся. Давай, котенок, буди сестренку, пищи ёжиком, пищи. Вот так. Доброе утро, доброе утро, малышка. Давайте, солнышки мы просыпайтесь, на горшочек зубки чистить. Сегодня вы будете провожать своих сестренок в лагерь. В лагерь? В лагерь? Конечно, в лагерь. Вы еще не понимаете, что это такое, но скоро узнаете, когда подрастете. Пойдем, Орелочка, тоже на горшочек. Ох уж вы мои сонные. Доченька, просыпайся, просыпайся, ты едешь в лагерь сегодня. Да, да, она сегодня едет в лагерь. Я знаю, что ты будешь не в восторге, будешь по ней скучать. Но зато ей будет там интересно. Я слышу, пап, я встаю уже. Давай, давай, поднимайся, пойду Алису будить. Кайла, я сегодня еду в лагерь. Обещаю, что не будешь без меня скучать, хорошо? Похоже, ты уже чувствуешь расставание. Но если бы можно было бы, я бы тебя обязательно с собой взяла. Но собакам туда нельзя. Не расстраивайся, солнышко. А просыпайся, малышка, просыпайся, в лагерь поедешь сейчас. Что, папа? В лагерь прямо сейчас я с удовольствием, наконец-таки, буду одна самостоятельная. В смысле, одна самостоятельная? Вообще-то, с вами э, поедет учитель. Ну да, конечно, учитель поедет, но все-таки я буду без родителей и буду уже как взрослая. Ну так-то да. Успеешь еще вырасти, не торопись. Ну, все, я жду тебя внизу, зубы и Сейчас вам буду кушать готовить. Лукасик, просыпайся, я вообще-то уезжаю, а ты спишь, как слон. Ну-ка, давай, вставай, Лукас, подъем. Я сегодня вообще-то уезжаю в лагерь, и меня не будет, не знаю сколько, но долго. Иди сюда. Так, чтобы слушался себя хорошо, никуда не убегал. Я знаю, ты это любишь делать. И мама с папой, чтобы слушался, ясно, без меня тут. Алиса, ты что тут разговариваешь с Лукасом? Я его учу, потому что он непослушный. Да уж, Алиса, но ну, мне и сумка тяжелая. Как я вообще таскать буду? Ой, я же сумку не сложила. Ты что, до сих пор сумку не сложила? Тебе же мама уже давно говорила. Я забыла, я хотела все потом, потом и в итоге забыла ее сложить, представляешь? Ну давай быстрее складывай. Кайла, Кайла, привет. Не переживай, Алисочка, я тебе уже сложила сумочку очень давно. Мама, что правда? Ну да, я же знаю, какая ты у меня э, шустренькая, но кое-что забываешь сделать. Спасибо, мамуль, классно. Ну все, тогда я чистить зубки и потом в лагерь поедем, ура, ура! Да уж, мамуль, Алиса как всегда. Ой, не слишком ли тяжелая у тебя сумка? Да нет, пойдет. Я же говорила, возьми чемодан на колесиках, а ты эту сумку хочу, эту сумку хочу, вот теперь таскать, теперь Ничего, там есть маленькие колесики, если что, буду катать. Ну ладно, ладно, все, вниз тогда ее спускай. А Алисин рюкзачок пусть она сама спускает. Он у нее на колесиках удобный. Ладно, мам. Так, сейчас приготовлю для моей семьи вкусный завтрак. Давно это не делал. Все работа и работа. Сегодня я взял отгул, чтобы приготовить для них вкусный завтрак и проводить в лагерь. Так что у нас там имеется в холодильнике. О, яйца это очень полезно, обязательно сделаю вкусную яичницу с помидорками, шикарно, шикарно. Сейчас их порежу тонкими ломтиками и сделаю на сковородочку. Так, нужно еще масло подсолнечное. Так, пока сковородочка разогревается, я нашинкую помидорчики. А может быть мне еще ресторан открыть в Аватар Ворлде? Ведь нет в нашем городе ни одного приличного ресторанчика. Наверное, нужно рассмотреть эту бизнес-идею на следующем совещании. Все-таки я думаю, что это будет очень прибыльный бизнес. А ну все, так, последний помидорчик готово. Так, вуаля, и разбиваем яйцо на сковородочку. Так, без помидорки никак. Папа, ты зачем мамин фартук надел? Ты такой в нем смешной, с котиком. Ну а что, я тоже люблю котиков, почему бы и нет, они такие милые, у них такие мордашки и усики. Да и вообще, я тут вам приготовил завтрак, идите пробуйте, какая вкуснятина. Майкл, а чем это так вкусно пахнет? Я приготовил завтрак. Папа, папа! Арнольдик никак не хочет на руках, все ползает да ползает. Папа! Ну-ка иди сюда, пол холодный, осень уже. Так, ну пойдемте кушать. Майкл, спасибо, я так люблю, когда ты готовишь. Если честно, устаешь постоянно готовить. Ну я же тебе говорил, давай возьмем дворецкого. Любимый, я знаю, знаю. Но мне, конечно, нравится готовить. Ох, вас не поймешь, женщины, вы такие эм, непредсказуемые. Ну ладно, я уже кушать хочу. Майкл, да ты просто шеф-повар. Смотри, Алисочка, малыши-то вон как кушают. Ой, нет, а ничего получше нет, я не хочу яичницу с помидорами. Я яичницу не люблю, а с помидорами тем более. Ты что, смотри, как вкусно, малыши вон уплетают как. Кушай давай. Нет, я не буду, я не хочу. Алисочка, тебе долго ехать до лагеря, и там еще неизвестно, когда вас покормят. Давай ешь. Ну ты хотя бы попробуй, давай, я тебе вот так вот на вилочку немножечко дам, попробуй, покушай. Ой, ну ладно. М ну так неплохо, в принципе. Ну вот, ешь давай. Ну ладно, немножко еще попробую, сейчас. А ну, в принципе, неплохо, можно есть. Я тут, дорогая, подумываю об открытии ресторана. Да, Майкл, было бы хорошо. У нас ресторана не хватает в Аватар Ворлд. Да, пап, я бы туда первым делом пошла, какой-нибудь десертик бы заказала. Ну да, дорогая, тебе было бы бесплатно, конечно. А как бы ты назвал свой ресторан? Ну, наверное, про нашу семью что-нибудь. Ну, например, любимая семья, как вам? Да, Майкл, очень романтично и мило. Да, папуль, делай ресторан, я буду каждый день туда ходить. Приветик, приветик, дружок, я сегодня уезжаю на две недели главное не грусти, хорошо, малыш, не будешь? Ну вот и ладно, ну все, давай, сейчас тебя покормлю. Вот, держи морковку. Мам, мам, ты не забудешь кормить моего кролика? Ну конечно нет, ну Алисочка, ну как я могу забыть? Ну хорошо, только не забывай. Ладно, ладно, не забуду. Пока, малыш, пока. Ну что ты плачешь? Ладно, я тебе принесу каких-нибудь листочков, когда приеду. Иди, иди уже. Вот, молодец. Давай, давай, скачи. Девочки, давайте уже одевайтесь. Время много, только потеплее. Ой, а вы что тут уже делаете? Что вы тут лазите? Это мои полочки, нельзя туда лазить. Так вот, где мой планшет. А я его тут ищу, ищу. А он у тебя, оказывается, в тумбочке. И мой тоже там же. Алиса, ну вот, как мне теперь уезжать? Они тут у меня все перероют. Малыши, ну-ка не лазьте по полочкам, но это конечно наши планшетики, Алиса, и мы их забираем. Еще я разрядила полностью, ноль процентов, Алиса. Ну кто вас просил лазить в мою тумбочку, в чужие тумбочки лазить нельзя. Алиса, ну что ты на них накричала, они вон теперь плачут, а ты сейчас уедешь в лагерь, как ты так будешь? Ну да, ладно, малыши, извините, пожалуйста, я вас не буду больше обижать, я сейчас уезжаю в лагерь, давайте подружимся и буду по вам скучать. Арнольдик, ты мой любимый братик. И ты, Арилочка, тоже. Я тебя очень-очень люблю. Вот так-то лучше. Вот это я понимаю. Молодец, Алиса. Когда Алиса уже купит свой планшет, чтобы она мой никогда не забирала? Ну, я, конечно, понимаю, что на планшете поприкольнее играть, чем на телефоне. Так, что мне надеть в лагерь? Может быть, вот эти штанишки? Так, эту мальчику или эту? Наверное, все-таки вот эту. Еще толстовочку вот эту надену. И вот эти ботиночки идеально, мне кажется, подходят. Эй, куда? Куда ты хочешь? Что ты там хочешь? Мои карандашки нельзя трогать. Эй, мой рюкзачок тоже не Алисочка, я буду смотреть за близнецами, обещаю, обещаю, не переживай. Точно, мама, мои вещи будут на месте. Конечно, котенчик все будет хорошо, не расстраивайся. Ладно, пойду одеваться тогда. Боксюшенька, пока мы хороший Банечка тоже, пока я буду по вам скучать, мои котики. Точно, я же не попрощалась с моими котиками любимыми. Пока, пока, котики, не скучайте. Ну все, мам, поехали уже. Ну что, все взяли, ничего не забыли? Да ничего. Поехали, поехали Пока, пока Да пока, пока уже, пока Ну ладно тебе, не расстраивайся Я тебе косточку приеду, куплю Ну все, пока, наконец-таки я уезжаю в лагерь О, ты моя красавица Не плачь, не плачь, малышка Ну все, мы поехали Интересно, что там будет в лагере Ну что там будет, много чего интересного Папа, можно я на переднее сиденье сяду? Можно, конечно, Алин, садись Нет, я тоже хочу на переднее сиденье ну тебе еще рано, Алиса. Когда будешь, как Алина, будешь ездить? Да, да, будешь ездить, когда подрастешь. Ну почему всегда такая несправедливость? Ну почему? Я тоже был маленький на заднем сиденье ездил. Давай, садись уже. Ну вот. Все, девочки, поехали, а то опоздаем так. Так, завожу машину. Что, может быть, стекла открыть? Да, пап, открой, пожалуйста, тут ушно. Ладно, ну все, поехали в лагерь, девочки. О, смотри, там уже столько детей пришло. Да, пап, уже все в сборе. Так, сейчас припаркуюсь, тоже пойдете. Так, ну все, девочки, машину я заглушил, сейчас всю музыку выключу и пойдем. Папа, стекла не забудь закрыть. Ага, да, закрой, молодец, доченька. Так, давайте, выходите, там уже все собрались, одни вы, наверное, еще не пришли. Ты думаешь, мы последние? Ну, надеюсь, что нет. Да нет, мы не последние. Папа, главное, чемоданы не забыть. О, это точно. Главное, чемоданы не забыть. Это точно. А то мама будет потом просто в ярости. Все, девочки, пойдемте. Пойдемте, быстрее в лагерь поедем. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я вижу, еще пришли в лагерь. А вам вправо, а вам влево. Вы в разных группах будете. Ура, я в лагерь. Ну все, пап, давай мне мой чемодан. Я поехала. Алисочка, ну давай, моя хорошая, слушайся э, учителя, никуда не убегай, ясно? Да, папа, давай уже чемодан, нормально все будет. Ты что, плачешь? А нет, просто в глаз что-то попало, моя дорогая. Ну на, держи, пожалуйста, тебе. Вот так-то лучше. Ладно, папуль, пока. Алиса, тебя вообще в другую сторону. Ой, точно, вот здесь. Давай, доченька, тоже. Ну ты, конечно, всегда слушаешься, ты у меня вообще умничка. Папа, ну ладно тебе. Папа, сейчас тоже буду плакать. Хватит уже. Ой, ладно, все, пойду. возле автобуса вас подожду. Буду вам э, ручкой махать. Давайте тут не хулиганьте. Привет, Степа. О, привет, Алина. Я уже испугался, думал, ты не поедешь. Ты так долго не приезжала. Да пока мы там собрались, пока со всеми там попрощались, с питомцами, с малышами. Ну да, у вас же большая семья. Так, ребята, внимательно слушаем правила поведения в автобусе. Во время движения не встаем, не поворачиваемся к соседу, сидим ровно аккуратно. Никаких напитков, еды в автобусе. Будем ехать долго, поэтому запаситесь терпением. Лагерь находится далеко, но зато там очень свежий воздух, вам понравится. Ну а теперь пройдемте в автобус. Так, где они, там где они? О, вот, Алина. Пока, пока, Алиночка, пока, моя хорошенькая. Так а Алиса, где? О, вот она, Машет. Пока, солнышко, пока мое солнышко, хорошо тебе отдохнуть. Так, ну вроде бы все на месте, поехали. Так, ребята, все уселись, молодцы. Сейчас уже будем отправляться. Не встаем, сидим на своих местах и, конечно же, не забываем любоваться потрясающими видами за окном. Алина, слушай, похоже, Гламурцева не поедет, правда классно? А, ну да, реально, ее же нет. Похоже, что она не поедет. Круто! Хоть никто вредничать не будет и выгибаться. Стойте, стойте, меня подождите. Почему без меня уезжаете? Я тоже поеду. И ничего я не опоздала. Вовремя пришла. Так, Гламурцева, явилась, не запылилась? Ты должна была прийти уже полчаса возле школы, стоим тебя ждем, тебя все нет и нет. Я думала, что ты уже не поедешь. Нет, я просто, а, я просто торопилась. Что, что торопилась? Наряжалась, смотрю, не успела вовремя, да, прийти? Ой, ладно, а, главное, что пришла. Так, что это за разговоры, Гламурцева? Ну-ка быстро займи свое место, мы уже выезжаем, между прочим, все тебя только ждут. Ну вот, раньше времени обрадовались. Это точно, пришла эта гламурца вредная. Ну ладно, что теперь? Все, вроде бы начинаем уже поездку. Да, тронулся автобус круто. Степочка, привет! Ну что, как тебе? А поездочка? Да, нормально, обычная поездка как поездка, а ты куда так вырядилась? Ну, я всегда должна быть красивой, тебе нравится? А, ну, как бы не для лагеря мне кажется. Смотри, какая опять к степе пристает! Ну ладно, пусть предстоит, она ему все равно не нужна. Ну все равно это раздражает. Мне это гламурцев вообще раздражает. Так, сейчас вас пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, вроде бы все на месте. Так, ребята, у нас будет вот этот шкаф для одежды. Одежду нужно будет доставать отсюда. С собой чемоданы в группу не несем. Только здесь они должны храниться в целях пожарной безопасности. Давайте займем быстрее кровати, чтобы рядом спать. Ладно, Вероничка, сейчас забегаем и быстрее кровати занимаем, которые рядом. Друг с другом. почему меня не слушаем внимательно слушаем сейчас самая важная информация чтобы потом лишних вопросов вы мне не задавали алиса это тебя касается так что сейчас чемоданы все вот сюда складываем я могу вам в этом помочь а еще у нас вот здесь есть ванна и туалет кому нужно сделать свои дела пожалуйста проходите ну а группа сейчас я вам покажу где будут располагаться вот мой чемоданчик можете его убрать да, конечно, Алисочка, сейчас уберу. Так, места предостаточно, хватит для всех. Поэтому вот сюда ставим чемоданы. Если нужно, можно повесить все на вешалке или на полочке сложить вещи. Возьмите мой чемодан тоже. Да. И мой. Так. Мой тоже. Так, два одинаковых чемодана. Чтобы вы их не перепутали, я их в разные отсеки поставлю. Так, ну все, вроде бы все чемоданы сложили. Теперь я вам покажу вашу группу. Так, ребята, это группа для мальчиков. Занимайте кроватки, у каждого есть своя тумбочка, куда вы можете положить зубную щетку, пасту, туалетную бумагу, мыло и все нужные вам принадлежности. К девочкам нельзя заходить, так же как и девочкам к мальчикам нельзя в группу заходить. О, а у нас будет своя группа? Да, Вероничка, у вас будет своя группа. Давай быстрее занимай себе кровать, вон та самая классная. Ну да, прикольная кроватка, я на ней буду спать. А я вот на этой буду. А я на этой. Вообще-то я хотел на эту кровать лечь. Ну поздно, поздно, я ее уже занял. Так, не спорим, не спорим, не ругаемся. Всем кровати хватит. Давайте, вот тут еще две свободные кровати. Располагайтесь. Ты какую себе возьмешь? Я вот эту. Ну вот, придется туда идти. Так, девочки, ну пойдемте теперь за мной. Я вам покажу вашу группу. Там у вас побольше кроваток, потому что девочек у нас больше, чем мальчиков. Ой, извините, пожалуйста. А мне кровати не хватило. Я же все-таки мальчик. Ой, да, точно, ты мальчик, тебе кровати не хватило. Так, жди здесь, сейчас я попрошу, еще одну кровать принесут, хорошо? Ладно, я бы не хотел жить с девочками в группе. Ха, с девочками в группе будет жить, наверное, ты девочка. Сам ты девочка. Так, ну-ка, хватит, хватит, сейчас я ему найду кровать, все будет нормально. Девочки, пойдемте за мной. Это наша, это наша с Вероничкой, я здесь буду. Вероника, быстрее занимай. Ну, у вас прям кровати на вес золото. Ладно, девочки, пойдемте дальше. Вот, разбирайте кроватки. Я здесь буду. А я здесь. А мне без разницы, мне и здесь нормально. Так, куда эту кровать? Да вот здесь, здесь нужно, не хватает одной кроватки. Ага, сейчас, сейчас, так. Ну, куда можно поставить? Наверное, вот здесь есть место свободное. Да, ставьте, ставьте вот сюда ее. Так, вот здесь поставлю. Ну, все нормально. Да, хорошо, хорошо, спасибо. Не за что. Ну все, можешь располагаться, кроватка тебя ждет. О, а почему она с балдахином? Я же не девочка. Почему кроватка с балдахином? Ну, у других не было. Это нашлась в соседней группы. Там как раз не заехали э, группа девочек. Вот, э, пожалуйста. Ну вот, будут все надо мной смеяться. О, принцесса. Да у нас будешь принцессой, Да, с балдахином. Так, мальчики, перестаньте, перестаньте смеяться. Подумаешь, Балдахин, ничего здесь такого нет, зато его мухи кусать и комары не будут. Ну вот, хватит смеяться, я не принцесса. Сами вы принцесса, ну-ка, тихо, тихо. Ну ладно, пацаны, хватит над ним смеяться. Может быть поменяемся с девчонками? Ну так-то да, ему, наверное, обидно. Мне тоже было бы обидно, если бы мне кровать с Балдахином принесли. Иди спроси, может быть девчонки с тобой поменяются. Вероничка, я пошла за туалетной бумагой, сейчас ее здесь сложу. Девочки... Эй, ты что тут заходишь? Мы вообще-то тут обсуждаем важные дела. Учитель же сказала, нельзя к девочкам заходить мальчикам. А, ну просто у меня тут такое дело важное. Что такое? Девчонки, идите сюда. Да мне кровать с балдахином принесли, а я не хочу на ней спать, я же не девчонка. Может быть, поменяемся? Ну не знаю, а кто будет кровать двигать? Но мы вместе все подвинем. Ну ладно, давай. Я хочу себе кроватку с балдахином. Фу, ну что, смотри, ровно нет. Да, все ровно, молодцы она была тяжелая. Да, неподъемно, мы ее еле сюда притащили. Ой, спасибо, мальчики, вы мне такую красивую кроватку принесли с балдахином. Буду спать с удовольствием. Пацаны, спасибо, что выручили и не заставили спать меня на этой кровати, девчачи. И тебе, братик, спасибо. Да не за что, брат. О, вы что, братья, что ли? Но вы же совсем не похожи. Да, нам все так говорят. Я в маму, а я в папу пошел. А у меня тоже мама светленькая, а папа темненький. Классно. Вероничка, Вероничка, слушай, пойдем к моей сестренке. А что, нам туда можно? Ну, наверное, можно. Пойдем посмотрим, что у них там. Там интересно, наверное. Ну да, старший отряд. О, долго же мы добирались. Ну да, зато вы заметили, какой здесь свежий воздух. Да, здесь реально очень круто. Красивые горы и все такое. Пропустите меня, мне нужно чемодан мой убрать. Каламурцева, как будто бы у тебя у одной чемодан, у всех чемоданы. У меня большой чемодан и очень дорогой, и там много вещей. Давай я тебе помогу убрать чемодан. Ну, убери, если тебе не сложно. У нас, кажется, воздыхатель появился у Гламурцевой. Карина, а почему ты плачешь? Я, кажется, свой чемодан потеряла. Нужно срочно учителю сказать, пока автобус не уехал. Вместе с автобусом уедет твой чемодан обратно. Ну и растяпа, как можно быть такой растяпой, ты вроде бы уже не маленькая, оставила свой чемодан, ну ты даешь Ой, пойду лучше кровать займу Ой, здесь нет, здесь возле входа все будут ходить туда-сюда О, вот эти кроватки, ну тоже как-то неуютно О, а вот это шикарная кровать возле балкончика А что вы тут делаете вообще, малявки, вы же вроде ниже этажом Мы вообще-то не малявки, сама малявка так, ну-ка, брысь отсюда, я эту кровать заняла. Нет, мы ее заняли. Эту кроватку мы заняли моей сестре. Нетушки, нетушки, малявочки, давайте чешите отсюда. Нет, мы никуда не уйдем, здесь будет Алина и ее подружка спать, ясно? А сейчас посмотрим, будут меня тут учить какие-то малявки. Алина, молодец, что сразу мне сообщила, иначе автобус бы уже отъехал вместе с ее чемоданом. Ой, спасибо, Алина, что бы я без тебя делала, я бы сейчас была без вещей. Да не за что, пойдем я тебя провожу, ты, наверное, так растерялась. Ну да, честно, я очень-очень расстроилась, пойдем кроватку займем, ну вот здесь, наверное, будешь спать. Ну да, мне здесь нравится, ну вот. О, а тут что происходит, вы что, плачете? Это твоя сестра, я так понимаю. И здесь она тоже, так же, как и ты, везде успевает. Алина, Алина, она забежала, она нас кричала, она очень злая. Но ну, это тебе гламурцева просто так не пройдет. На мою сестру никто не будет кричать, ясно? Так, девочки, что здесь происходит? А, что вы плачете, что случилось? Это она, нас забежала, она, она нас обижала. Так, гламурцева, опять ты. Я расскажу твоим родителям о поведении. А, ну я просто... Так, давай иди на другую кровать. Ну, как всегда. Так, девочки, пойдемте со мной. Вам здесь нельзя находиться. У вас этаж ниже. Сестренка, я тебе заняла кровать. Я знала, что ты помогаешь девочке ее рюкзачок найти. О, Алиса, ну ладно, мне бы любая кровать понравилась. Нет, сестренка, эта кроватка как раз для тебя. Ну ладно, пока.